стал только стоя. Если б мне тогда сказали, я сотру свои тапки, о чем буду писать. Какое место мы попали сегодня? Это... Саша, спасибо, она нас привела. Меня. Тут можно приходить со своим пивом. Народ там в другом зале день рождения справляет. Ну, без водки, с пивом. Люди тут всякие. И наши. И из Азии. Дружба народов, короче говоря. На столе стоит соевый соус, понятно. Там не знаю что. А вот это что, Саш, ты не знаешь? Перцы какие-то. Видно, что как будто красный перец. Так, надо только... Вот это карта Китая, представляете, ребят? Ну, нам сначала принесли салат со свиными ушами. Угу. Слушайте, он вкусный. Принесли вилочки нам на всякий случай. Эти, короче, палочки. Порции очень большие. Мы попросили две тарелочки. Нам принесли два блюдечка. А это нам принесли свинину в кляре в кисло-сладком соусе. Сашка этими металлическими палочками. Неудобно. Неудобно, скользкие. Ну все. Мы кушаем. Вот такая столовая. Вот своя парикмахерская у них. А там еще... Такая вот тут столовая. Так я поснимала уже и парикмахерскую поснимала. Конечно, а что, живут люди в чужой стране. А тут и встретиться можно, и поесть свою еду. Очень даже так, ты хотела зайти за чаем. Ой, вот тоже магазинчик. Ой. Ой-ой-ой. Вся еда. Всяко. Сколько продуктов. О, видите, прям сковородочка на столе и готовят. О, уткин головы. Спасибо. Нет, чего? Нет такого чая. Люди кушают тоже. Дети там же. Бабушка Бао Цзы называется. Только написали, короче, как че бабушка. Вот видишь? Мальчики, короче, сидят. Парикмахерская. Сидят мальчики там их причесывают. Вот так вот. Саша меня привела в какой райончик. Объелись мы с Сашей в этой китайской столовой или кафе. Просто вот еле иду.
Вот они, контрабанды и сигареты. Ну вот мы пришли к метро. Сейчас поедем в свой модный современный спальный район. Ну что, мои дорогие, сейчас покажу вам, что я купила в магазине вчера. Ну, во-первых, я расстроилась, что камушков там, даже вот эти крашеные, но камушков там что-то не было в этот раз. Вот, так что купила я только вот такие вот розовые. У меня уже было несколько раз таких. Розовые – это розовые. Так, что-то я с утра еще хриплая. Так. Так как мы брали по оптовой цене, то вот такая вот одни бусы стоят 80 рублей. Так, зато стекла я набрала. Больше и поменьше. Это тоже вот две нитки 80 рублей, а это 65. Магазин, конечно, просто по ценам просто обалдеть. Вот такое стекло. Это подороже, это 150 рублей по оптовой цене. Эти, а эти 45 вообще маленькие. Они такие наполовину светлые, наполовину... Ой, даже не знаю, как объяснить-то. Вот такие. И вот такие вот еще. Но они потом... Как оказалось, что они немножко разные по цвету. Чуть-чуть, вот эти вот чуть-чуть посветлее, которые помельче. Ну, тоже вот эта большая 110 рублей оптовая, это 80. Да, чего не покупать по таким ценам. Ну и напоследок были браслеты вот такие красные, стеклянные. С вкраплениями золота. Вот я вам сейчас покажу. Даже не знаю, вот так что ли. Вот такого цвета. Вот. Я взяла 3 браслетика. На бусики мне хватит. И вот такие еще. Свет вам покажу. Сюда вот лучше. Вот такие вот. Вот, ну, собственно, и все. Да, я думала, что больше возьму, но то, что мне не нравится, я, конечно, брать не буду. Так что, мои дорогие. Вот магазин называется «Мир украшений». Это не реклама. Просто мне всегда очень нравился этот магазин. И очень хотелось поделиться с людьми. Вот. Тут Лиговский проспект, дом 50/9. Улица Садовая. 26-30. Это, видимо, еще есть магазины. Не знаю, этот адрес какой. Этот адрес Апраксин двор. Рынок этот. Ну, в общем, короче говоря, если захотите, найдете. Кто мало ли будет проезжать, останавливаться. Так, и телефон 818-33-10. Так что, девчонки, очень всем советую.
Ну, а мы сейчас поедем еще в какой-нибудь магазин. Пока-пока. Потом покажу вам.